В скором времени Атяшевский районный суд начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Саранска. Следователи предъявили молодому человеку обвинение в нарушении при управлении автомобилем ПДД, которое повлекло смерть двух человек, а также причинило тяжкий вред здоровью еще одному участнику дорожного движения. ДТП произошло 31 октября 2019 года в Атяшевском районе. Примерно в 15 часов водитель автомобиля марки «Шевролет» Вачете, возвращаясь с одного из сел Атяшевского района на 28-м километре автодороги сообщением поселок Атяшев, город Саранск, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки «Мазда 3». В результате этой автоаварии погибли сразу два человека. Пассажир «Шевролет» Лачете, который скончался на месте ДТП, и пассажирка «Мазда», которая позже от полученных травм скончалась в больнице. Кроме того, водитель «Мазда» получил тяжкие телесные повреждения. Экспертиза показала, что в момент столкновения предполагаемый виновник был трезв. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Атяшевский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение смертельного ДТП жителю Саранска грозит до 7 лет лишения свободы. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».